Уже поздний вечер, а на Парковой 8 рабочие и тяжелая техника. Здесь специалисты ТСК «Мосэнерго» меняют разводящие сети. Аналогичные работы и на улице Розы Люксембург, и на других адресах городского округа. Инспектируют процесс лично вице-губернатор Московской области Евгений Храмушин и глава «Химок» Дмитрий Волошин. Мы за этот год хотим сделать столько, сколько не делали за предыдущие 10 лет. То есть объем работ по «Химкам» колоссальный. По инвест-программе, по ремонтной программе и так далее. Мы изначально планировали, что мы будем работы проводить до декабря этого года, но при том, что все люди будут обеспечены теплом. С 1 октября теплом уже обеспечены 2000 объектов городского округа. Это многоквартирные дома и объекты социальной сферы. При этом практически ежедневно фиксируются до 60 порывов, которые оперативно устраняют. Специалисты применяют такие технические решения, как байпасы и резервные сети, что позволяет химчанам получать тепло. Круглосуточная диспетчерская служба следит за обращениями наших жителей. Все, что пишут в социальных сетях, все, что поступает к нам на горячую линию, ничего не оставляем без внимания, начиная от стояков, подвалы, стояки, лежаки и разводящие сети. Готовиться к отопительному сезону в Химках начали еще в апреле. На территории округа проложили без малого 20 километров новых теплосетей. Работы по замене и реконструкции продолжатся вплоть до начала декабря. Олег Тюрин, Руслан Сафин, новости Химки ТВ.